Всем привет, ребята! Если вам нравится Pixelmon, то ставьте лайк. И не забываем то, что если мы наберем 200 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по Москве, ровно через 9 часов после того, как выйдет эта серия. То есть, если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов, то новая серия выйдет еще сегодня. Я благодарен вам за каждый лайк, за каждый комментарий, который вы ставите, за то, что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждении нового видео. Но, ребята, не забываем, если вы хотите новую серию, то поставьте лайк, и новая серия еще выйдет сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, смотрим Pixelmon. И, ребята, сейчас мы дальше потопаем на остров. Вот как раз дождь идет, я не знаю, ночь ли это или день, но мне кажется, все-таки, что ночь. Да, отлично. Сейчас поспим, как раз дождик уйдет куда-то, вроде. Да, все, нету дождя. И это, ребята, я смотрел, вроде это был Дор, да. Поэтому мы туда рыться не будем, а сразу же пойдем на остров. Ребята, сразу как мы только тпхаемся, спавнится один Кёгр. Смотрите, сразу же. Я же, ребята, знаю, когда он заспавнится. Это такой баг, я даже не знаю, ребята, почему это такая фигня. Но, как видите, каждый раз, когда мы утром тпхаемся, он почему-то спавнится. Каждый раз. Я не представляю, почему. Ну, ладно. Так, кого мы там прокачивали? Ага, Манчлакс, иди гуляй. Иди гуляй. А мы пока что будем прокачивать Гюардуса. Так, отлично. Начинаем, ребят. Ну, точнее, продолжаем его прокачивать. Ему еще осталось, 16 уровней. Ну, какие 16? Ну, в принципе, до максимума, до того уровня, который нам нужен. А в общем, ему еще осталось прокачать 6 уровней. Так. Поэтому, ребята, прокачиваем быстренько. В этой серии мы должны прокачать как минимум Гюардуса к 50-му и, хотя бы Джирафарижа где-то к, ну не знаю, к 45-му, если получится. Ну, сначала, ребята, хотя бы давайте Гюардуса прокачаем. Так, 45-й. Давай, еще 5 уровней. Ой, не тем ударил. Хотя. Так, 45-й. Ух, еще у тебя куча покемонов. Только на тебе мы сейчас уже сделаем себе 46-й практически. это с кого удочка выпала? Нифига себе, рандомный шанс, что еще и удочка выпадет. А с кого это? С Лапроса выпала или с тренера? Нифига себе, мы удочку дропнули. Ну давай, словись что-то там. Кьогр на крючок, шайни давай. Ну, вот там Вартортл плавает. Вот там где-то. Это в небе. Охрененная анимация полета, ну... Ладно, это кто там? Ну, ладно, ребята, давайте дальше прокачивать. Быстренько. Гюардуса, вот как раз. Как раз сейчас убьем вот этого Арбока, и он уже будет 46-й. Арбока. Так, давайте дальше. О, как раз там большой. Ну, в принципе, тебя тоже можно чуть тянуть. Dragon Rage мы всех тут завалим. Так. Отлично. Давайте дальше. Быстренько. 6 уровней. Давай, Гюардус, поднажми. Еще. С этого даст нормально. Да, практически. Ну, пол уровня нет. Пол уровня, да. Где-то 25%, 20 дал. Так. Так, отлично. Такой, 46-й, я думал, уже прокачался. Ну, нет, танки нам не нужны. Эх, воду кинул, да, случайно. Сейчас ждать, пока он там долетит. О, отлично. Ну что, дай нам 47 уровень, только не хилься, пожалуйста. Не нужны нам вот эти хилы. Так, о, гайпербим, нифига себе. Давайте вот это изучим. Так, а Гюардус, оказывается, такой сильный. На него можно и электрический изучать, и водные у него есть, и драконии у него есть, и другие еще у него есть. Вот гайпербим тоже нормальный. Так, давайте Dragon Rage. Ну давай. Еще 3 уровня. И можете гулять по следу угла и скоро, который уже, в принципе, тоже прокачанный. И он уже какой? 53-й? Я что-то как-то не заметил. Вроде 53-й, ну ладно. Сейчас не вижу. Так.
Сейчас, ребята, мы посмотрим, сколько уже у... Хотя давайте, давайте нет, ребята, давайте пока что не будем смотреть, сколько у Манчелакса. Давайте, давайте, давайте сначала докачаем Гвердуса, а потом уже посмотрим, сколько там у Манчелакса. А если мы будем гидро... Хотя, гидропамп... Нет, не... Ай, или гайпербим. А фиг его знает, чем его отлично бить. Он вот этому, именно вот этому мы вообще что-то толком ничего не сносим. Так, ну чё, хилки у тебя уже кончились? Или что ты там? Отлично. Так, быстренько, 48-й. Еще два уровня. Опа. Там босс, ну он ну где-то плавает, поэтому туда мы рыться. Давайте. Давайте вот так. Так. Отлично. Давайте быстренько вот этих перебьем, чтобы другие. Ты что, издеваешься? О, чтобы другие заспавнились. Так, тебя еще попадем. Отлично. Так. Крабби. Сейчас, ребята, еще два уровня докачаем Гардусу и посмотрим, сколько счастья уже у Манчелакса. Так. Янмега. 39-й. Так, Областойс. Ты должен нам нормально так опыта дать. До, да, нар, до. Нормально. Так, Киндлер. Еще один Киндлер. Там еще Арбок сейчас тебе. О, отлично. 49-й, 49-й, ребята. Так, Арбока. Отлично. О, тут еще вижу сюда. Сюда, быстренько. Фу, уже хочу, ребята, прям уже очень хочу прокачать наши все команды по максимуму. Ну, точнее, как можно быстрее уже прокачать, чтобы браться за новую версию. В том смысле, что новая версия же уже есть, ее уже можно скачать и можно уже играть, но пока что, как вы видите, не может. Дайте эту удочку, нафига она нам. Там у нас есть тем более вот лучшие, мы же купили супер. Чё там? А, это столько глоустона, я что-то посмотрел, думал, это железо. Но нет, это глоустон. Так. Мачамп 41-й, еще 9 уровней. Ну, сам напал, или я случайно у тебя кинул. Так. Ну ладно. Манчелакс. Отлично. Так. Ну, давайте, ребята. Давайте. Еще этот Бластойс, и он нас, нам уже должен дать уровень. Да, 50-й. Фу. Сейчас я не знаю, кого, ребята, тут прокачивает. Ну, давайте еще этого убьем, Киндлера. Еще вот этих Крабби убьем. Парочку, которая тут есть. Вот так. Ну что, ребята, кого прокачивать? Ух. Тебя мы не сможем изучить, да? Тебя мы X-Scissor 100% не сможем изучить. Да, поэтому... Поэтому... Эх, ребята, я не знаю. Ну, давайте, давайте тебя попробуем прокачать. Тебе 9 уровней осталось. Если по чуть-чуть долбить тобой, то, в принципе, можно будет прокачать. Ой, ты в бою, да? Ты в бою, бою, бою. Ну, давайте хотя бы сначала на тебе попробуем. Псайшоком. Ну, 36 уровень падает. Ну, как падает? Мы его убиваем с трех атак. О, тебя. Тебя нормально. Ну, в принципе, да, ты электрический, поэтому тебе и нормально. Ну, давайте, если убьем вот этого Киндлера, 47 уровень. Нифига себе. Жирафарич, тобой еще и прикольно тут качаться. Ты еще сильнее бьешь, чем Гвардос, мне так кажется. Может, давайте еще вот этим попробуем. Да, это нормально бьет. Давайте тогда вот этот, вот этим. В принципе, по нам тоже нормально бьют. О, ну, да, убили. Так, отлично. По тебе тоже нормально бьют, но и ты нормально бьешь. Поэтому можно тобой и прокачаться будет. Так, там у нас Киндер, я вижу. Опа. Ну вот, практически два удара. Мы его убиваем. Снайпер. Так. Ну, 36 уровень, да, ребята. 36 уровень мы убиваем с двух ударов. Это нормально. Так.
Ну, если этого. Ух, ну да, вот таких 44-х уровней. Лучше сразу на Гёрдоса переключаться. Тем более мы ему прокачаем уровень и не будем париться столько долбить Джерафарижем вот этого 50-го уровня. Ой, случайно подпрыгнул. Ну, во. Во, ну да, водных нормально. Водных мы нормально убиваем. В принципе, да, говорю, ребята, по нам тоже нормально бьют, но и мы нормально бьем. Поэтому 6 уровней ему еще как-то можно прокачать. Ему осталось 6 уровней, поэтому это не так уж и много. Поэтому можно им прокачаться. Вот тут... Ты что, издеваешься? Я в тебя кинула. Ух, во, отлично. Так, отлично. Дальше. А ну, арбуков мы потащим. Потащим. Опа, в полете, ребята, снайпер. Так, нет, не нужен нам Эконс, 7 уровень, а давайте нам Марбуков. Так, 45-й, ребята. Не, ну, что-то большой какой-то. Можно, то есть им тут прокачаться, да, конечно, не так быстро, как тем же Гардусом, но все же, как-никак, лучше тут прокачаться, чем куда-то сейчас идти и искать какие-то другие точки и прокачки. Поэтому, ребята, немного, да, дольше прокачиваться, но все же хотя бы вот тут, на этом месте прокачиваться. Я не знаю, что тебе еще изучать. Тебе, в принципе, и так хватит. И уже, о, уже 46-й, то есть уже, смотрите, ребята, сколько мы его прокачали. Так, давайте все-таки домой. Хотя, я бы пошел еще на Бишарпов попробовал. Бишарп. Это кто там у нас? Джиодуд. Ну, давайте еще Джиодуда попробуем. Если Джиодуда нормально. Опа, нифига себе, 2 удара. Ух, так. Вещи, вот они. Это можно выкинуть. Да, в принципе, это давайте. И это давайте. Отлично. Это, ну, это клин, да? Клан. Ну. О, вот Бишарп. Я уже такой хотел... Только что говорить, а где Бишарпы? А вот они, Бишарпы. Давайте попробуем, но мне кажется, тут как раз ему тоже нормально будет прокачиваться. И до утра, и если постараемся, то может мы ему 4 уровня уже и прокачаем. Ну давайте сейчас попробуем. Так, ребята, что-то меня выкинуло, но такой странности меня еще не выкидывало. Мне написало, что я был отключен от сервера, то есть disconnected from the server. Я представления не имею, какого нахрен сервера. И почему вообще эта ошибка была. Бред какой-то. О, я думал, вы чудики в бою. Нифига себе, ты с одного удара нас убил. Ну давай ты, Гардус. Попробуй. Ну. Давай. И еще раз. Отлично. Так. Окей, хил. Ну, давайте еще раз попробуем. Если он не будет тащить. Что, мне кажется, так и есть. Да, наверное, хрен он тут что-то потащит. Наверное, мне кажется, мочок тут будет нормально. Мочам будет нормально. Сейчас давайте попробуем, ребята. Давайте как раз сразу же. Нет, не это, а, например, вот это. Нифига себе! Или это шара было, что он так случайно его убил? О, так, точно, Манчлаг, что-то я тебя всегда забываю выпустить, погулять. Если так, то давайте, ребята, один удар. Ребята, тогда мы быстренько качаем вот тут Мачампа. И я уже мочок, да, Мачампа. Нет, давайте вот это. И я, ребята, уже знаю, где нам офигенно прокачивать вот этих. Где нам офигенно прокачивать бойцовских, тот же Мачамп. Кто там у нас еще есть? Хитмон Ли, Манки у нас еще там есть. Больше вроде нету, но... Но все же, то есть... Ну вот. Хренакс, один удар. Куча опыта идет. Тогда давайте... Ай. Вот так давайте. Отлично. Тогда, ребята, мы еще ночью лучше тут Мачампа прокачаем, а днем пойдем прокачивать. Так, снайпер, попадем, не попадем. От нифига себе. Так. Во. Один удар. Тупо один удар и все.
И это офигенно. То есть, ребят, сейчас мы ночью прокачиваем Ачампа, если получится прокачать к 50-му. Вряд ли, конечно, за ночь еще получится ему прокачать 5 уровней. Но все же хотя бы постараемся прокачать его к 40 там какому-то. 7-му, 8-му. Только не успел побежать тебе, ты уже пропал. Потому что да, ребята, вот тут офигенно прокачиваются вот эти. И огненные, и водные, но бойцовские тут вообще рубают. Так, давайте быстренько сюда, сюда, сюда. И ты нам должен дать уровень 46-й. Так оно и есть. Так, окей, хил. Ты там чё, чувак? Да, вижу, ты очень хотел на нас напасть. Отлично. Так, быстро, быстро, быстро. 6 уровней. Так, сначала давайте тогда на гору. Нифига себе, летающие всякие. Только я не знаю, ну один вот тут есть, да? Вот, вот где-то он вот там. Снайпер. Отлично. Один удар, то есть ему даже труда это не составляет, как-то его убить. А вот этот чудак, мне кажется, ли он действительно вот там наверху будет? Нет. Вот он. Нет, вот он. Это он? Он, B-Sharp. Отлично. Сейчас бы как-то назад вернуться. Манчлакс, ты немного подвинься, ты такой... Следуешь за нами. Вот так, отлично. Ух, ты уже такой блатной на нас там топаешь с горы, думаешь, ща нападу, ща всех перебью. Ага. Так. Ух, ух, как раз вы прям красиво так заспавнились такой кучкой. Как раз это нам и нужно. 48-й. Да пофиг тут. Быстро, пока есть там 2-3, вот. Ты че, издеваешься? Пока есть там 2-3-4 бишарпов, то нужно их быстренько валить. Так, но эти два дурака опять там друг с другом дерутся, поэтому... Поэтому или подождем, тут уже почти как раз покушаем. Они быстренько тун-тун-тун-тун. Давайте пока что вот этого убьем. Ребята, давайте как-то побыстрее, вам не кажется? Ну, мы подождем, то есть, ладно. Минуту-две. О, ладно, сами напали. Так, давайте тогда. Да какой же жирафарич, да. Да опять. Так, Мачам, давай-ка ты покажи, что ты можешь. О, сейчас не с одного удара. А почему не с одного? Ну да. Ну, 3 удара, ладно, и так нормально. Фу, сколько там уже у тебя манчлак? 167. Ну, еще чуть-чуть. 2 уровня осталось. Я не знаю, сможем ли мы прокачать Мачампа. Ну, к 49-му 100%. А вот к 50-му это уже нужно постараться. Ну и так, ребят, смотрите. Гвердус у нас уже 52-й. Глайскор у нас уже 53-й. Мачамп у нас уже 48-й. То есть, вот. 49-й. Какой 48-й? 49-й. Еще один уровень, потом 7 уровень, 7 уровней жирафарежу. Так, если бы ты еще не путался перед ногами, Манчлакс, было бы вообще офигенно. И потом кому? Потом 7 уровней Янмеги и все. Ну как, и ух, точно еще Манчлакс. Манчлаксу там еще дофига осталось уровней, то есть его, видите, ребята, мы не качаем, потому что сейчас у нас немного другое. Сейчас его нужно эволюционировать сначала, а потом только прокачать. Но все же потом как-то посмотрим. Нифига себе, вас тут заспавнилось. Опа. Все, 50-й, ребята, даже мы успели. Ух, и как раз уже сейчас рассвет будет. И мы еще даже один уровень ему сможем прокачать. Успеем прокачать, мне так кажется. Снайпер. Ну ладно, сейчас промазали. Бывает. Но сейчас попали. 51-й. О. 51-й уровень, ребята. И как раз сейчас уже утро, и они сейчас начнут уже... Снайпер. Ух, он еще так подпрыгнул в полете. Сейчас как раз, ребята, уже утро, поэтому мы как раз нормально так успели прокачаться. 51-й уровень, зашибись. Мы там кучу железа, кучу вот этого все повыбивали, но я не поднимал.
Отлично. Так, ну что, ребята, давайте домой. Так, ща, ребята, ну, секундочку. Так, давайте домой. Нужно все это нафиг выложить в сундуки, потому что много места. И за ночь, ребята, мы успели прокачать Мачампа к 51 уровню. Так. Ух, нет, не это. Ой, извиняюсь. Так, это. Сюда. Это. Отлично. Сюда. Сюда. Что-то я видел, вот. И знаете что? Давайте возьмем Solar Beam. Мы вроде Solar Beam сможем изучить. Да, отлично. Так, давайте тогда вот так, отлично. Ой, то есть, ну ты гуляй. Ну, 176, ребята. 176. То есть... О, ну, конечно, немного тебе осталось, но все же. Эх, да нет, нет, Квик. Отлично. Фу, 146 тебе осталось. Сколько? 176? Да, 176. Ну, еще чуть-чуть, ребята, в следующей серии, я уже думаю, мы его прокачаем. Ребят, давайте на этом закончим. Я уже, если честно, немного устал, и поэтому вам может показаться, что я немного туплю или сонный. Ну, в принципе, так оно есть, что я сонный, и уже прям и глаза слипаются, и все такое. Но, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Эту серию, действительно, ребята, извиняюсь, если я сон или еще что-то такое. Давайте на этом уже заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем... Пока.